Автобус загорелся на улице Авиаторов. Все произошло в районе остановки Октябрьская, недалеко от торгового центра «Июнь». Сообщение о возгорании поступило в 16:55. На место приехали пожарные и потушили горящий автобус. Как сообщили в МЧС, внутри находился только водитель. Он не пострадал. О причинах пожара пока не сообщается. В департаменте транспорта рассказали, этот автобус не работает на городских маршрутах.